я оптимист, но я при этом прекрасно понимаю, что мы находимся на пути некого возрождения, и автоматически это влечет за собой трудности, да, будут проблемы. Но вопрос ведь, как мы будем относиться к этой проблеме. Вообще вопрос отношения к проблеме является ключом. Поэтому я для себя решила, что я хочу, чтобы мои дети росли здесь, я никуда не уеду, я буду поддерживать нашу страну, и я буду петь для своих слушателей, которые живут здесь.